компьютерной информационной модели 9 класс. Моделирование в задачах проектирования строений. SketchUp с успехом используют для разработки разнообразных проектов во всех жанрах дизайна, рекламы, инженерном проектировании, кинопроизводстве, игропроизводстве и других направлениях. Рассмотрим возможности программы для создания 3D-моделей при проектировании строений. Первый этап моделирования – постановка задачи. Для представления заказчику проекта дачного домика требуется создать компьютерный объемный макет будущего строения. Рисунок 1. Строение имеет внешние размеры 6 на 6 метров. Высота стен составляет 3 метра. Вокруг строения находится отмостка шириной 1 метр и толщиной 0,1 метра. Двускатная крыша имеет высоту конька 5,7 метра от земли, свес кровли 0,5 метра. Подшивка свеса крыши имеет толщину 0,1 метра. Особенности устройства крыльца, окон, входной двери и материалы будут подобраны в процессе создания модели. Второй этап моделирования – выбор плана создания модели. Для создания компьютерного объемного макета будущего строения будем использовать 3D-редактор Google SketchUp. План создания модели включает только этап создания компьютерной модели с помощью 3D-редактора. Третий этап моделирования – создание модели. Запускаем SketchUp. Изобразим земельный участок в форме квадрата 20 на 20 метров. На первом шаге выбираем инструмент прямоугольник. Щелчком устанавливаем угол прямоугольника в начало координат области рисования. Сдвигаем указатель мыши вправо. Смотрите схемы 1, 2 и 1, 3. На втором шаге вводим с клавиатуры размеры 20.20 в табло контроля размеров. Нажимаем клавишу Enter. Строим основание дома 6 на 6 метров и отмостку шириной 1 метр одновременно. Для этого выводим квадрат размером 8 на 8 метров. Выполняем третий шаг. Выбираем инструмент смещения. Выбираем точку на границе нарисованного прямоугольника. Зеленая ось, рисунок 2. Щелкаем левой клавишей мыши. Фиксируем точку. На четвертом шаге удерживаем нажатой левую клавишу мыши. Смещаем уменьшенную копию границы прямоугольника. Вводим в табло контроля размеров 6. Нажимаем клавишу Enter. В результате прямоугольник 8 на 8 метров будет расположен в центре земельного участка. Рисунок 3. Далее основание строения поднимаем на толщину отмостки 0,1 метра. Для этого на пятом шаге выбираем инструмент «Тяни-толкай». Щелкаем левой клавишей мыши по квадрату основания и перемещаем указатель вверх. Вводим с клавиатуры толщину отмостки 0,1 в табло контроля размеров. Нажимаем клавишу Enter. Обратите внимание, что целая часть от дробной в вещественных числах отделяется запятой. Поднимаем стены. Для этого выполняем шестой шаг. Выбираем инструмент «Тяни-толкай». Щелкаем левой клавишей мыши по квадрату основания и нажимаем клавишу Ctrl, чтобы отделить слой отмостки. Около указателя появится знак «плюс» режима наращивания –
перемещаем указатель вверх. Вводим с клавиатуры высоту стен 3 в табло контроля размеров. Нажимаем клавишу Enter. Затем нажимаем клавишу Ctrl, чтобы выключить режим наращивания. Далее сдвигаем стены внутрь дома на 1 метр. Отделяем отмостку от стен. Выполняем 7-й шаг. Выбираем инструмент «Тяни-толкай». Щелкаем левой клавишей мыши по одной стене. Сдвигаем указатель мыши внутрь дома. Вводим с клавиатуры ширину отмостки 1 в табло контроля размеров. Нажимаем клавишу Enter. Таким образом, последовательно сдвигаем внутрь дома все стены. Рисунок 4. Надстраиваем на доме технологический слой подшивки свеса крыши толщиной 0,1 метра. Выполняем 8-й шаг. Выбираем инструмент «Тяни-толкай». Устанавливаем указатель мыши на верхний квадрат дома. Щелкаем мышью и нажимаем клавишу Ctrl. Перемещаем указатель вверх. Вводим с клавиатуры толщину подшивки 0,1 в табло контроля размеров. Нажимаем клавишу Enter. Затем нажимаем клавишу Ctrl. Отключаем режим наращивания. Уже известным приемом, который мы выполняли на 7-м шаге, выдвигаем слой подшивки по горизонтали наружу на величину свеса 0,5 метра поочередно во все стороны. Рисунок 5. Строим крышу. Для этого выполним 9-й шаг. Выбираем инструмент «Линия». Находим точку середины на границе крыши. Рисунок 6. Таким образом, привязываем крайнюю точку будущего ребра крыши к середине боковой стороны. Голубая точка и сообщение «Точка середины». На 10-м шаге проводим линию посередине верхнего квадрата, параллельно красной оси. Рисунок 7. Выполняем 11-й шаг. Выбираем инструмент «Переместить». Щелчком левой клавиши мыши устанавливаем его на новую линию. Перемещаем указатель мыши вверх. Вводим с клавиатуры рассчитанную высоту крыши 2,5 в табло контроля размеров. Нажимаем клавишу Enter. Здесь хочу задать вам вопрос на размышление. Почему высота крыши равна 2,5 метра? Строим крыльцо. На передней стене у левого угла установим крыльцо основанием 1 на 3 метра и высотой 0,5 метра. Выполняем 12-й шаг. Выбираем инструмент «Прямоугольник». От угла здания выкладываем на отмостку прямоугольник. В табло контроля размеров вводим 3,1. Рисунок 8. Выбираем инструмент «Тяни-толкай». Вытягиваем прямоугольник вверх на 0,5. Рисунок 9. Инструментом «Линия» на верхней грани линиями отделяем две ступеньки, которые потом аккуратно вдавливаем вниз. Рисунок 10. Строим окна на лицевой стене дома. С помощью инструмента «Прямоугольник» отмечаем на лицевой стене дома окно по своему вкусу. Затем получаем его копию. Для этого выполняем 13-й шаг. Выбираем инструмент перемещения. Устанавливаем курсор мыши на область окна. Нажимаем клавишу Ctrl. Возле курсора появится плюс. Удерживая нажатой левую клавишу мыши, смещаем копию окна параллельно зеленой оси в нужное место стены.
Отпускаем левую клавишу мыши. Рисунок 11. На 14 шаге прямоугольники окон вдавливаем в здание на 0,15 метра. Рисунок 12. Строим дверь и оставшиеся окна. С помощью инструмента прямоугольник отмечаем на передней стене дверь на крыльце и правее два окна по своему вкусу. Прямоугольники двери и окон вдавливаем в здание на 0,15 метра. Рисунок 13. Придаем всем граням вид материалов. Для этого используем инструмент заливка. Для окон применяем светопроницаемые материалы. Рисунок 14. Проект готов. Здесь хочу предложить вам задание. Заказчикам в вид крыши были внесены изменения, которые вы видите на рисунке 14. Постройте их самостоятельно. Четвертый этап моделирования – исследование модели. Адекватность модели проектируемому строению определяется соблюдением размеров и применяемых материалов в ходе работы над проектом. Пятый этап моделирования – получение решения задачи. Решением задачи является демонстрация модели заказчику. А теперь задание для вас. Повторите процесс создания объемной модели дачного домика средствами 3D-редактора.